на которую мы последние 5 лет тратили свои силы, энергии, конечно, деньги, готовили производство, готовили образцы. И к нашему удовлетворению мы довольны тем, что мы сделали, потому что результаты испытаний подтвердили. Есть характеристики заложенные. И если мы раньше говорили о перспективах, то мы сегодня серийно начали производство первых автомобилей уже испытав на своей транспортной компании. Сегодня наши основные клиенты, мы подпишем с ними соглашение о передаче в тестовую эксплуатацию наших автомобилей 5-го поколения.